2 марта. У нас идет снег. Соседи. Пахнет дымком на улице. Смотрите, пошла встречать Эвелину. А вся моя машина заметена снегом. Вот видите, что делается. Это ужас. И холодно, ветер там. Машина в снегу. Ну что, поеду встречу Эвелину, чтобы показать вам, какая красота у нас на улице, как в зимние сказки. Окно сейчас немножечко прочищу. Далее, какой снег. Вот видите, как моя машина заметенная. Холодно, но очень красиво. Мне нравится. Конечно, но ненадолго. Хочется, чтобы было тепло уже и чтобы было солнышко. Красиво очень. 2 марта. Снег. Ребенок идет. Пробирается через сугробы. Холодно и холодно, замерзло. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Нет, садись в машину. Садись в машину. Как в этом. Снежную сугробину пробирается. Снежную, как ее звать? Пещеру пробирается.